На Инстаграм американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились подписчики из России, после того, как он разместил совместную фотографию с сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД. «С днем рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», – поздравил сына с днем рождения Шварценеггер. Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлениям, а также отметили, что отец и сын оделись как русские, особенно Кристофер. Кристофер Шварценеггер, младший сын актера и его бывшей жены Марии Шрайвер, которому на днях исполнилось 22 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!